12 июня площадка перед культурно-досуговым центром стала импровизированной сценой. Концертные номера были один зажигательнее другого. Этот фестиваль называется «Территория Сатурн», проходит уже четвертый год подряд и посвящен Дню России. В этом фестивале принимают участие коллективы культурно-досугового центра «Сатурн». Это хореографические коллективы, хоровые коллективы, солисты, эстрадные коллективы. В общем, все те коллективы, которые занимаются в культурно-досуговом центре «Сатурн», и детские, и взрослые коллективы. Мы спели песни о России, так как наша «Калинка» по всей стране и за рубежом известна. И народную песню мы пели, которая называется «Субботея». Веселая, задорная русская песня. А настроение? Настроение замечательно, жарковато, правда, но хорошо все. В этом году арт-площадка стала гораздо масштабнее предыдущих. Фестиваль из городского перерос в районный. И на этом фестивале принимает участие не только культурно-досуговый центр «Сатурн», но и из поселений Раменского муниципального района, из города Жуковского. Даже представители из Москвы есть, из Гжели, из села Лель, дом культуры Лель такой, из многих-многих поселений нашего муниципального района. Первый блок концерта посвящен только России. Песни, которые исполняли участники, прославляют нашу необъятную родину, ее красоты и мощь. Родину, которой мы гордимся и которую очень любим. И не только я это говорю, это говорят все участники нашего фестиваля. Россия, кровь моя и боль. Россия, страсть души и пламя. Россия, мы живем тобой, укрытые могучими крылами. Здесь также проходили различные мастер-классы. Это лепка, вязание, аппликация, где участие принять мог любой желающий. А вот конкурс рисунка проводился исключительно для юных горожан. Задание состоит в том, что это должно решиться графически, ограничено. Нету ни ластиков, ни карандашей. То есть нету в какой-то степени возможности на ошибку. Либо эту ошибку нужно аккуратно исправить. Плюс само задание подразумевается, то есть исходные данные, две линии и лицо. Все остальное как, что, то, что вообразит ребенок. Кто сегодня участвует в конкурсе рисунков у вас? Участвует наш старший сын Ваня, ему 6 лет. Он занимается уже 2 года рисованием. Ну, я полагаю, вы переживаете за работу ребенка? Да, переживаем. И сейчас смотрели работу других детей. Там немножко у них постарше возраст, но очень интересно. Каждый ребенок воплощает свою идею на листе бумаги. Очень интересно наблюдать за конкурсом. Программа фестиваля длилась более 4 часов. Она была настолько разнообразна, зажигательна, что зрители слушали и подпевали свои любимые песни. Ни в чем тебе конца, ты веками непонятна, чужеземным мудрецам. Так что сегодня насыщенная праздничная программа. И сегодня я благодарю все коллективы, которые принимают участие в этом концерте. Спасибо вам за ваше творчество, за ваш талант, за то хорошее настроение, которое вы нам дарите. С праздником! Сергей Григорьев, Елена Цыганова, Антон Карташов для программы «Городские вести».